Всем привет! Это прохождение Silent Hill 2. Так, стрим. Сейчас мы сделаем стрим прохождения, да. Все настроить, чтобы правильно было. Стрим и не запись, да. Когда я пишу стрим с записи видео, это означает, что мы записываем видео с уставом, да, канал к нему. Мы все добавим. Сейчас настрою все, ребят, секунду. Как всегда, сейчас настрою я. Наконец-то что-то новое, да, не ДБД. Будет спокойствие. Есть. Это мы сделали. Сейчас загрузится штучка. Так, привет. Атакуши, Рокки, им не запись, да. Здесь Ренат, привет. Юрий, привет. Кира, это стрим, наконец пришел, да. Сергей. Привет из Болгарии. Здравствуйте, Сергей Петров. Рад видеть Нина, Юрий, всем. Всем еще раз йога, Ковадев. Еще раз всем привет. Привет, четкий. Привет, жизнерадостный. Да, привет. Так, сейчас скажите мне по звуку игры, хорошо? Ух. Нормально все? Я давно играл в Silent Hill 2, еще когда в школе учился.
Скажите, если вдруг что-то не так будет. Мэри, неужели ты в этом городе? Да, когда колдун в туалете. Вот колдун, который в туалете забомбил. Так. Тут, кстати, прикол. Я уже тестил, я на с геймпада играю. Тут, короче, эти. Вперед это вот так вот. Во, во, вверх. А назад это вот так. Типа наоборот. А крестовина почему-то не работает, не знаю. Я никогда не играл в Silent Hill, я только смотрел, как старший брат играет. Но игра классная. Сейчас разобраться еще в управлении, а то я толком... Так, это бежать, да? Сольное управление топ, да. Я решил на геймпаде поиграть. У меня просто устали руки так сидеть, понял? Ну, типа мышка это. Хочу просто расслабиться, посидеть. Чтобы можно было руки. В моих беспокойных снах я вижу этот город. Silent Hill. Ох, что эти полигончики. Ты обещал, что когда-нибудь снова привезешь меня туда. Но так этого я не сделал. Что ж, теперь я там одна. В нашем особом месте. Жду тебя. 2001 год, здравствуйте. О, мелодия классная. А за нее не прилетит мне? Я получил письмо. В конверте имя Мэри. Мэри. My wife's name. Имя моей жены. Это смешно. Это просто невозможно. Это я продолжаю твердить себе. Мертвые не пишут письма. Мэри умерла от той проклятой болезни 3 года назад. Тогда почему я ищу ее? Наше особое место? Что она имела в виду? Весь этот город был нашим особым местом. Может, она имела в виду парк на озере? Мы провели там целый день. Просто сидели вдвоем и смотрели на воду. Залавала игра. Испортили мне такое. Ну, как бы... Все. Эта игра, там, где есть палач, да. Пирамида головок. Кстати, если игра по типу Silent Hill называется, может, как-нибудь поиграешь. Учту, запомню четко. Если вдруг забуду, даже знать. Сейчас перезапущу. Графика 5 шакалов с 10. Да нет, тут 10 шакалов с 10. Жаль, озвучка не японская. Ох, любители японской озвучки. Я почти 400 часов, Иван. Я все загадки. Я все загадки знаю, если что, обращаюсь. Окей, если вдруг... Не подсказывайте, если что, вдруг я не буду понимать, я скажу. Ребят, помогите. Всем привет, Серж. Удачно прощаюсь, спасибо за порцию ностальгии. Да пожалуйста, вот вам. Water, water, water. Сплошной вод. Вода. То чувство, когда стрим колдуна превращается в воду. Так скажите, есть ли картинка на... Там... Всем доброй ночи себе. Бля, я так царил сейчас с ДБД, не только с трендами. Йога, понимаю тебя. Я сам сейчас успокаиваюсь. Так, как пропустить?
как пропустить доставку. Голодно превращается в стрим культаса, знакомое что-то. Не, я не через эмулятор играю, Геннадий. Это пока порт какой-то, DirectCut. Или нашел его. Точнее, нет. Я сейчас вам так скажу. Я не то, что искал. Я вам покажу, как я сделал. Я пропущу, потому что мне кажется, что это заставка такая. Где? Где же? Если я вспомню, куда я положил. О, ты не помнишь, где мои диски? А? А, да. Да. А что, поймете, что? Я забыл, что я хотел вам показать, короче, в итоге. Отличное прохождение за 2. Мне нравится. Сейчас я буду лить воду, подожди. Кто опять упал? Тут что-то падает. Кто-то не так. Да. Приоритет. Да, прикинь, это не та коробка. Где другая коробка? Думал, это эта коробка, а это не та коробка. Обосрался. Я головоломку тут здесь еще за это. Я разгадываю так же. Если найду, я вам на следующий стрим ее поищу. Этот диск, это просто нечто. Потому что это раритет, такого мало у кого есть. Silent Hill 2 диск. Так. Что тут пропустил? Есть картинка. Так, есть картинка. Культас — это ютубер. Я понял, что это ютубер. Даймон, здравствуй. Я бы все-таки рекомендую уже просто менять это. i7-6720, окей, нормально, в принципе. Пока потянет. Да, надо менять, но чуть-чуть попозже. Хотя бы на видео собрать. Саня, привет. Что у тебя, да? Для чего сгорел? Я не горел. Я искал диск. Здорово. Сколько стрим идти будет? Не знаю. 2 часа, наверное, по Сандхиллу. Завтра еще будет Сандхилл. Короче. Я подпрос колдун. Диск поставил. А там я сегодня уже видел чувака. Да у меня этих Silent Hill дисков вместе с резиновым вагоном маленький телега. Ну, это у тебя.
Это у тебя, понимаешь? А это прям... Не, это не тот диск. Это не те диски, которые типа... Ой, там вот это вот копия, вот эта вся фигня. Это официальный диск. Официальный прям. Офис сошел. А, йога? А йога просто горит. Конечно, все менять не надо. Хочешь школу, ты с больничного? Так. Так. Опа, побежали. Нам надо к машине. Интересно, как управляется на клавиатуре? На клавиатуре, я скажу, не лучше управление. Туру-туру-ту. Так. Можно больше водер на стриме? Да-да-да, Геннадий. Если я его найду, я его покажу на следующем стриме. Арта Сайлент Хилла. Так, все нормально, да? Звук все хорошо. Побежали. Надо еще привыкнуть к управлению, однако. Это будет тяжкое бремя для меня. Тяжкое. А может, а что там за бочонками? Может, что-то есть? Нет, тут вроде ничего нет. В 2001, наверное, думаю, какая же отличная графика. Ну, в 2001, да. Поставь 360 качества, под него графика делать. Да, кстати, можно... Можно поставить, да. Блин, надо привыкнуть, что этот стик в другую сторону идет. Я настрадаюсь, конечно, в этой игре. Просто. В резике играть будешь? Не знаю, посмотрим, как зайдет. Может, первый хит он пройдет. Ну, смотрите, если норм зайдет, то можно и пройти, посмотрим. Пожилые игры будут по-любому. Это новая рубрика, кстати, на канале. Что за звуки странные? Управление, конечно, обожаю. Такие управления. Просто управление класс. Просто класс. Блин, как же раньше мы радовались в те времена таким играм. О, вот эта игра, класс. Да куда ты? Чё, дурак? Беги уже, нормально, а? Собаки какие-то, что ли? Колдун будет играть лунной походкой, да? Деревья сделаны плохо для 2001 года. Понимаю. Саня эстет. Ему риск понравился, жду 8. А первый резик понравился? Я, кстати, начал с 4 резика. Может, как-то 4 резик пройдем на стриме. Кстати, мой любимый резик. Вот сейчас будет. Объясни, как играть в Silent Hill, я просто не слышу. Просто сидишь и играешь. А чё? А, я аж тестил, да, точно. А как выйти? Выйти на эту. Ричард, там Леон, да. Четвертый резик мне, это мой любимый резик. Седьмой, да, проходил. На стриме, кстати. Только на Твиче еще. Мне кажется, кто-то прослал привязку текстур, поэтому листва такое количество. Мне кажется, что это было норм просто в те времена, не знаю когда. Вот камера меня всегда бесили в этих играх. Вот как мне привыкнуть к этой камере? Колдун играл в Brawl Force? Да, играл. Да, Кира. Там еще управление не мышкой, а свечами.
Где именно Ковадев? До 10 будет Silent Hill. По Москве. Excuse me, Извините, я? Извините, извините, я просто... Нет, все в порядке, я не хотел напугать вас. Вать. Я заблудился. Lost? Заблудился? Yeah. Да, я ищу Silent Hill. Silent Hill. Это правильная дорога? Да. Сквозь туман плохо видно, но здесь только одна дорога. Вы ее не пропустите. Thanks. Спасибо. But... Но? Yes? Да. I think вам лучше держаться подальше. This, этот город, с ним что-то не так. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but да, is it. Ля, и как нам играть? Почему заставки виснут? Он опять ДБД. Да. Почему заставки виснут? Ох, щит, I'm sorry. Ох, что музыка зависла, ага. Это, привет еще раз, привет. Давайте тогда пропускать заставки, ок. Ну, видите, заставки, короче, трэшатся. Хотя, когда я без стрима играл, ну, проверял именно игру, все было нормально. Пожила игра, ты шо? Ты шо? Давай, расслабляйся. Можно с тобой поговорить еще? What is it? В чем дело? Oh, да ни в чем. Nothing. Здесь так тихо, да? Sure is quiet here, huh? I guess. Ну да. Слишком пожилая, да. Сколько это получается? 20 лет ей? Может быть, может, типа не выдерживают заставки. А можно еще к ней подойти раз? Что она скажет? Aren't you looking for someone? Это ты не ищешь кого-то? That's right. Да, верно. Бля, обожал вот эти штуки, когда ты додалбливаешь какого-то NPC. А ну. What не надо... It? В каком смысле не надо говорить? Кира. В каком смысле? Одногодки. А я чуть старше. Ладно, колония, зашел ненадолго, учеба началась, мне пора, чат. Всем пока, удачи. Давай, чат, Кейт, удачки. А. Типа не надо озвучивать, ну. Да, я бы тоже подстрелил на ремейке, но походу забили на это все дело. Я правильно вообще бегу? Тоже, наверное, пойду еще две капли до четвертого. Давай, удачи. Всем привет. Здравствуй, Максим. Спасибо за выбор такой офигенной игры. Да не за что. Да, это я обратно вернулся, да? Это я не туда, это я отсюда пришел. Блин, тупить я буду, ребят, точно. Это однозначно, потому что... Надо привыкнуть и к управлению, и к всему. А что это? А, это вода такая, понимаю. Да, решение, кстати, с туманом было неплохое, я скажу так. Ремейк. Ну да, я, кстати, не понимаю, почему так. Почему ты стоишь на кладбище, женщина? Тебе нечем заняться?
Колдун бегает и ищет неприятности. Киви, а что? Оптимизация надо. Или мне рили надо назад идти, что ли? А вот. Куды мне, сюды. Колдун полезный даже здесь, да. Сколько тут людей из Киева, кстати? Чем заняться? Такой игры не помню какой. Да, мне кажется, что звук ветра еще забагован. Я вкусный, понимаю. В университете ТГ Шевченко. О, мощно. А у вас не карантин? Сейчас же вроде локдаун, не? Есть скримеры? Вот этого я не знаю. Страшно вырубаю. Здорово, Беттер. 1000 лет не видел. Бать, собаки! Я с этим управлением от собак никогда не убегу. У меня же еще дубины даже нет. Где моя дубина? Где моя дубина? Где моя дубина? Дубиночка моя. Походу чат не успевает показывать сообщение. Походу. Нет, там чуть задержка в чате, который сверху. Вроде есть... Ну как? И... Да нету тут. Это же не скримерская игра. Это тут больше атмосфера. Давай! Мужик, ты можешь? Да мы с тобой же нормально только что бежали. Да что тебя разворачивать-то? Мужик, есть места, где мужика разворачивать... Как я это сделал? Важно. Сколько людей из Киева в Silent Hill? Да, локдаун, но мы на дистанцион. А, понимаю. Интересно, коронавирус пропал? Вряд ли. А! Тут кто-то рычит. Дубина Онина. На дистанционке работать. Так работай. И гуляй тоже на дистанционке. А чего вы не сказали, что я не туда побежал? Понимаю. Здравствуйте. Ну, мы гуляем. Мы это... расслабляемся, да? Хорошая погода, туман. Я коренной. И, блин, а ты и на ней. Татарстан, Татарстан хороший. Орючий место. Петр, чё ты спамишь, а? Я из Донецка. Давайте, кто откуда? Татарстан хороший. Не знаю, почему ты так сказал. Не осуждайте меня. Супер гуд, да. Почему бы не побегать лишнее время, да? Туру. Я из Ижевска. Ага. Понимаю. Из Беларуси, а город какой? Из какого? 2001 год, Беттер. Осуждаю, я из Казахстана. А шо с Казахстаном? А чё осуждаешь? А я ось приехал 2 роки назад в Київ с прекрасного міста Хмельницького. Дуже гарне місто Хмельницьке. Я про нього багато чув, але там ніколи не був.
Дивись, приїхав добрий парубок до нас у Києві. Він знаєш, де навчається? У Тараса Шевченка. Не то, що ти у цьому Нао або Сану. Под'їбала його. А вона даже не сли... Бля. Из Минска. О, я из Свердловской области. О. Да, песели вдалеке гавкают. Игра, эта игра старше многих людей в чате. Колян, почему ты пишешь вот про 1812 год? Зачем? В чем прикол? Знаете, надо еще так медленно ходить. Разве? Хорошо. Это мне точно на фиолетовой помойке. Да, понимаю. Чаклун забанчил. Давайте сюда побегим. За машина. Ля, у меня теперь бензопила есть, смотри. А как? А, вот так. Ну шо? Вот как Буба появился, понимаете? Пока сготовится. Польша, колдун, привет. Привет. Польша тоже добряю. Добряю всех. Я Буба появился. А как? Можно что-то ей делать? А, вот и карта. Понимаю. А что это? Или она не рабочая? Как атаковать? Поэтому жду. Вот я оделся. Я. Понимаю. Буба появился раньше. А когда появился Буба? Не, его укачиваю. Почему она? Я могу только с ней присесть. Надо разобраться просто, как атаковать. Эй! Верни бить за пилю. Надо пересесть и нажать еще какую-то. Нерабочая бензопила какая-то, блядь. Буба-буба. Из 60-х бубас? Ничего себе. На электро. Но она работала. Ну, когда она появилась у меня в руках, перестала работать. Вы слышали, да, это? Вы понимаете, что сейчас будет. Ну, у меня есть нерабочая бензопила. Ну, это хоть что-то, понимаете? Это лучше, чем без ничего. Пойду дальше спать. Понимаю об этом. Небрачный сын Бубы, да. Загугли? Да нет, еще. Это было бы слишком просто. Как бы гуглить. Мусорка, можно мусорку мне? В следующем переходи на Рузин кукурузин. А это что такое? Чё-то не понял. Может, надо этот, как его? А, очень сильная атака.
Настройки. Управление. Поворот. Какая разница? Титры, стерео. Управление. Право-слева, поворот вправо. О, можно управление поменять? Как поменять управление? Техасская резня бензопилу Асанат Хилл. Понимаю. Нельзя поменять, походу. Колдун Райзен? То есть Райзен, в каком смысле? Почему? Вот. Шаг вперед. Шаг вправо. Влево. Бутон. Предоружие, кью, перезарядка, брать оружие, быстрое сохранение. Что такое бутыны? А ну сейчас реально давайте я выйду и попробую. Пробую на этой. Не, ПКМ и ЛМ что-то вообще не работают. Ударить как? Понял. Понял. Побежать как? Вот. Я буду, наверное, с клавиатуры лучше играть. Раз понял. Тут больше на клавиатуру заточено. На F на клавиатуре. На геймпаде там не установлена кнопка.
Да, без геймпада буду проходить. Так. Будет комфортнее. Вроде разобрался в управлении. Что-то про Райзен вообще. Райзен. Аут. Должна быть какая-то первая встреча, да? Конечно, в самом начале с бензопилой. Ну да. Бензопилой звук, как у китайского шуруповерта. Но, скорее всего, его и записывали. Да, такие про... Мы играем в игру 2001 года, тут рассказывают про современные процессоры. Ищем трэш. О! Эти пятна крови. О, здравствуй. Это тень? Нет, чувак, это не тени, это жесть. Бежим за ней. У нас есть пила, нам ничего не страшно. Сталкера? Не знаю, мне сталкер не очень нравится, но можно подумать об этом. Идем пока окровавленным следам. Это туман. О, сохранение. Целебный напиток. Авиточ. О, серьезно? Плохо дело. Все сайленты, не знаю, посмотрим. Я подумаю по поводу всех сайлентов. Целебный напиток. Игры без железа никуда. Ну да, понимаю. Как вы? Дайте мне выйти из этой калитки. Next gen, да. Куда мне надо вообще? Куда мне надо?
мне в парк надо. Сейчас я, получается, в парк мне надо. Понимаю. Я ухожу. Ребят, давайте не говорить, давайте донатить мне на новую видеокарту и на сбор нового компа. Вот это было бы неплохо, как вы думаете? Также можно скримером меня пугать. Хорошая мысль, кстати. Как мы туда... О, мы вот по прямой пойдем, да, и налево. В парк. Все так просто на карте, да? Я так понял, мы в парк просто так не попадем. Понимаю, понимаю. Почему он не написал, что тут заблокировано? Заблокировано же, да? Еще ли ленточка меня не пропустит, понимаешь? Это местный полицейский. Дмитрий, здравствуй. Так, значит, нам надо сюда, да, направо, направо, походу. Давайте пробежим вперед. Мурк, здравствуй, чё как? Да вот играем с Silent Hill. Пробежим вперед, посмотрим, что здесь у нас. У нас закрытая территория. Блин, читала. Головешка болит. О, это откуда? О, лечебница. Лечебный напиток. Добрый, пойду. Пойду в чат рулетку. Да надо было, я как раз по другую. Что это было? Видели? Давай, Геннадий, удачи. Не понял, конечно, о чем ты там, что-то кого-то там. Зачем тебе чат рулетка и вот это все? Ну ладно, удачи. Тень беспокоит меня. Что же это было? Да ты дебил? А где я тебя найду, то тень? Я вот это он дурак. Буба косплей, да, смотри. Заорал что-то. Его тень, блин, беспокоит, а? Я ж там был. Приступы Бубы, да. Это, гены все-таки берут знать о себе. Я думаю, вот у меня что-то плохое предчувствие, я сохраню все еще раз, потому что не хочу потерять эти бутылочки, короче, две, которые я нашел, пока бегал. Ой, пинг болит. Присел. Да, генератор. Блин,
Меня бы эта тень никогда в жизни бы не волновала. Его, блин, волнует, блин. Увидел какую-то херню. О, меня это волнует. Я приехал искать свою умершую жену в странный город. Увидел тень. Меня это волнует. Я бегаю с бензопилой. Давайте подумаем, у кого с головой не в порядке, а? Странно, что Konami забили на Silent Hill. Это что-то... Рели странно. О, опять орёт. Я у него явные беды с башкой. Он просто стоит и орёт. Я тебя понял. А, надо было назвать пробел. Я понял. Приятно. Да это я водичку выпил. Что он там нашел? Ё-моё! Зачем ты взял трубу? У тебя же есть бензопила. Is it dead? Он мертв? Черт возьми. Это такое? Это не человек. Ха, слышишь, у него в руке, блин, это бензопила. Он берет трубу. Ну нахер эту бензопилу. Да, звук отъезжает, что-то со звуком не то. Я потом на следующий стрим почитаю, может, как пофиксить можно. Петя, ты теперь успокоился, чувак? Ты понял, да, что это было? Петя, теперь лучше, да? Oh, yeah. О, да! This thing broken? Штука сломана? Я... Приходи к... Приходи к... Ну, ТБ... Да, звук лагает, я знаю. Звук лагает в игре. What the? What the? What the? Ну, опять water. I might need it. О, да! У меня есть теперь ра. Блин, понимаете прикол? А раньше же это, блин, жесть, как каким классным казалось, да? Ое! Ое, нормально! Я нашел радио. Можно камеру мне перевернуть так, чтобы я видел, куда я бегу, да? Спасибо. О, oh, е. Yeah. Ой. Забавно. Блин, где хоррор? О. Эй, дядя. Уничтожение зомби. А, он меня обрыгал. Что, я получил... Блин, я даже с самым сильным оружием умудрился обосраться. -2 сурва. Да.
И у меня теперь, эти следы остаются. Так, куда мне там надо? Да, по-моему, тут уже открыто. А, да, о! Все, вот сюда нам и можно. Эй, не рыгай! Что у нас по ХП? Пять минус два. Так, куда нам дальше? Нам надо в парк, да? Нам надо в парк. Розвервайтерпург. Там мы бежим. Блин, закрой крат. Насчет графики я не могу... Ну, блин, ну, 2001 год. Что можно еще хотеть от игры? Бомбической графики, что ли? О, бутылочка. Кстати, ее можно выпить. Меня два раза демагнули. Все, мы теперь зелененькие. Что это было? А что это было? Вы слышали? Блять! А вот это я испугался, знаете? И этого я, на это я не рассчитывал. Иди сюда, тварь. Вот корж. На это я. Сюда. Где ты бегаешь? Да, она убежала. Вот он. Ой, она устала. Эх, помню, как один раз у брата приставку украл, и он как раз играл в Silent Hill, потом я не мог спать неделю. Лол. Если все, ВХС пока еще два раза хуже, но используется в 3D от второго лица. Лол. Сурстелсер. Вылез, блин, из этого, из жопоньки. Ключ от ворот. От каких ворот? От этих? И от этих? Каких ворот? От каких ворот ключ? От этих? А, я, кстати, не туда свернул, даю знать. Это не туда свернул, мне дальше надо было бежать. Я взял ключ, зато я взял ключ от ворот. Умер. Чё он на него смотрит? Mm.
Минус жук ебаный. Да вы достали блокировать все. Кто из вас вставать будет, а? А ты вставать будешь? Что с ним? Может, его надо этой палочкой? Он просто умер. Я понял вас. Он просто умер. Блять, да ты заебал, а? Заебал, выбегай так. Ай, он же срыгать будет. Бум, бу 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 бу. Опять этот таракан долбанный, а? Да ты за... Умри! Да тут с возвращением её. Эй! Как тебя убить? Таракан. Ну, дебильный таракан бегает, а? Возвращением йога. Здесь крепящая в темноте открывает путь к кошмары. Другой путь ему. Использовать ключ от ворот. Ей! Мы использовали ключ от ворот. Чат затих. Чат, ты живой? Карта.
Мы зашли в первое здание. О, я зашел в какую-то дверь. Большая часть слишком темно, чтобы рассмотреть. Мне надо фонарик найти, понял? Телевизор, в нем нет ничего необычного. Тут часы, там закрыто, тут непонятно. Я пропустил комнату, эту не проверял, она открыта. Привет. Там сказал, здорово. Закрыто. Закрыто. Тут у нас это мусор, какой-то странный мусор. Сейчас я брошу туда что-нибудь тяжелое, мусор перестанет быть застрявшим, да? Понимаю. Некоторые будущие стримы, да, конечно, но не сейчас. О, фонарик. Иди сюда, сучка. Опа. Вокруг дивана разбросаны руки и ноги. Чё? Руки и ноги, к счастью, они от манекена. Конечно, ничего особо с ней нет. Замок закрыт. Да, кстати, палкой тоже может попробовать. Привет, еще раз, стрим сохранится? Гавелин, да, конечно. Стрим, конечно, сохранится. Где ты, падла?
Ладно, слышу, вы... Так, камера. Здорово. Что это у нас? Патрон от пистолета. Но пистолета у нас нету, да? Я что пропустил? Да, мы тут убили еще одного монстра. А вроде больше ничего. Кстати, как я уже говорил, Silent Hill сегодня до 10 по МСК будет. Где я сейчас? Так, я был в этой комнате, тут закрыто. Ну, побежали туда, проверим, что там у нас. У меня голова не болит сегодня. Я 204-ю комнату что-то не проверил. О, 204-я комната тоже открывается, да? Не, это не 204-я комната, 205-я. Ну тут, наверное, какой-то определенный предмет надо найти, чтобы его кинуть в мусорку. Ага. Замурованная стена. Понял. Сейчас, в принципе, можем к часам пройтись, которые были за это. Ну, там, где света нам не хватило, не хватало, чтобы посмотреть. Это Чарли Милдред Скотт. Как есть надпись, шрамы прошлого устраняет гвоздь, остановлюсь время. Не, я не старался, мне их не сдвинуть, как будто их прибыли. А, типа надо с помощью чего-то. Не, у меня ничего такого сейчас нужного нет. Отсюда надо текать. Сейчас скримеры будут, наверное.
Uh-huh. Hey, wait! Damn it. Это пирамида, что ли? Звуки как у пирамиды. О, пистолет есть. Нормально. Так, закрыто, закрыто, закрыто. Туда нам не попасть, да? Даже нам надо идти теперь. Все закрыто, как всегда, я понял. Я вас услышал. Ходить, что ли, надо отсюда? Просто бегу, блин. А, я понял, это переход в другой этот. Да ты задолбал. Тут закрыто, тут закрыто. Ой, тут закрыто, тут закрыто. Может, реально палкой, да? Может, вы правы? Рили палкой надо, короче, засадить туда. А что тут еще? Я вроде все проверил. Там закрыто, там закрыто. Же теле кинуть. Лучше, а тут закрыто было, там тоже было закрыто, понял? Сейчас, если я не пойму, то подскажешь. Что-нибудь тяжелое.
У нас есть тяжелого, а у нас ничего в инвентаре нет тяжелого. Стиральная машина, ничего интересного. Давай посмотрим еще, где я был, а где я не был. Так, закрыто. Закрыто. Тут часы, не понять, что можно сделать. Тут закрыто. Но у нас только две комнаты, где мы можем что-то более-менее посмотреть. Туда. Какой-то шум к северу отсюда. А ну, вот эта помощь. К северу отсюда, это где? Куда мне идти? Сюда мне, да, походу, надо? Да, опять в эту комнату. Боже, ты мог? Да, телек заработал, мужик появился. Ладно. Здесь, конечно, мимо всех мест важно привозить. И... Каких важных мест? Часы. Часы же я видел. О. Я же часы видел, я их не могу сдвинуть. Надписи я тоже видел. Имена. Надо еще в эту. Я все это уже осмотрел. А, стрелки, точно. Стрелки, да, это... Я просто нажимал до этого на стрелки, они не срабатывали. Надпись я читал. Обе надписи читал. Вот со стрелками я нажимал, но не срабатывал. Надпись, тут написаны имена. Это Чарли, Миллард и Скотт. А, вот, сейчас работает. Все остановились на 6:30. 15 секунд. Закрытый запер на ключ. Я не могу достать до стрелок. Спасибо за Kid Games. Нельзя. Часы сдвинуть тоже нельзя. Нарисованные стрелки. Где? А, вот, смотри. А, вот ключ.
Комнаты 202. 202. Да читал я это, мне надо ключ от циферблада, чтобы это. Сейчас вот я на. Вот ключ, да, ключ я пропустил. Это да, вот ключ нашли. Бежим через 102-ю комнату. Ой, 202-ю, точнее. Ну я понял, но все равно я циферблат пока трогать не буду. Ну, не то что не буду, я не могу его трогать. Понимаете? Это понятно, но я не могу этого сделать, потому что я не могу открыть циферблат. Это понятно? Я явно что-то упускаю тут, в этой комнате. Это не просто бабочки. Ключ или что-то типа такого, да? Я не играл первый и второй рейс, вот и все. Вот там, по-моему, долбежка, да? Что-то будет. Ого, ты, конечно, дико игноришь, Серег. То есть, а шо я проигнорировал здесь? О! Теперь возвращаем. А шо я проигнорил? Пушкин, здорово. Постой, я... Может, трили... А, вот, сори. Ты второго выиграла. А, так я это прочитал, не? Мне показалось, я, наверное, в голове прочитал. Сори, Зелич. Я читаю, но молчу. Я прочитываю, но молчу, типа, сори. Так, теперь мне обратно. Мне шину от этой цепи. Забирай, Тань. За донат. 776. Еще в первом стриме привет, ты вообще игноришь дико. История за Зелич. Не знаю, у меня бывает такое, что я как бы прочитал, но, наверное, не ответил. Так что извини. Я сегодня что-то... О, труп утащили, да? А, не, мне показалось. Понял, понял. Ох уж эти стрелки. Блин. Реально Милдред Скотт. Не понял. У меня есть ключ. Или, а, его надо использовать. Не, еще не встречал доктора Дума.
Сейчас посмотрим. Ну это ж резик тут всегда так. Ой, резик. Дантхилл. Чарли Милдред Скотт. Чарли Милдред Скотт. И как понять, куда эти стрелки смотрят? Ой. Там башка не варит. Одна туды. Длинная. Вот так вот. Не знаю, что из этого. Я, знаешь, очень круто говорить со стороны того, когда ты уже это знаешь. А когда ты стримишь, и второй стрим подряд, голова немножко уже дуреет. А секундная не двигается. Я уже все сделал. Странные эти. Так, это я теперь с этой стороны, да? Теперь я могу спустить туда. Что такое? Так что, сори, просто уже усталость дает о себе знать немножко. А куда ты? Не сюда, наверх. Что-то ты тут видишь. Патроны. Обратно установил ДБД, поздравляю. Я сейчас на третьем, да? Который был до этого, да, чтобы ключ взять. Я просто ушел в дверь. О! Отношения. Отношения пирамиды, смотрите. Thank you.
Осудительно пострелял. Наконец-то мы увидели пирамиду. Жмыхнуто. Он, кстати, я и сношал этих непонятных существ. Привет. Я сейчас хочу сохранение найти уже. Он обосрался. Где ты там? Найти на сегодня уже сейчас буду заканчивать стрим по Сайленту. Вот тут у нас патрончики. У нас тут еще есть. Это обычная стиральная машина. Необычная, а древняя. Не стреляли, а он тупо сюда. Это вообще, это он мне дает эту суркул есть. Да. Тут есть где-то сохранение? Это не ремейк. Я так понимаю. Не, это обычный старый Silent Hill. Не помню, есть ли тут сохранение. За пирамиду. Мега аптечка. Это было сношение с пирамидой или пирамида сношла кого-то, я что-то не с... Он сношал этих неизвестных существ. Блин, когда я играл в Silent Hill 2? Бог знает сколько времени назад. А я туда дальше пройти не могу? Понимаю. Ну, 3 года эта игра выходила. У меня складывается вопрос, зачем, но я не хочу знать. Ну, может, он хотел что-то получить от них? Закрыто. Камера. Пирамида же вроде больше его было видно в этом.
третьей части. Ну, типа, он тут тоже был, но в третьей вот он прям там один из таких вот прям частых проходов. Клон, ты хочешь спать? Не, я не спать хочу, я хочу, ну, типа, в ДВД поиграть. Ну, выключи сейчас, отдохнуть минут 5. Только в банках. В банках. Нормально. Могу я этот звук или очень. Или очень. Ой, я пойду спать, всем спокойной ночи. Давай, Эвелин, доброй ночи. Походу эти банки надо в мусорку скинуть. Будешь еще играть? Ну да и завтра проходить буду. Я так понял, чтобы сохраниться, мне надо бежать вот сюда, да? И сохраняться. О, понял, принял. Сейчас будем бежать. А сколько? Примерно в такое же время, наверное. А, он не хочет. А где мне сохраниться? Кто... Подскажите, где мне, блядь, тут сохраниться, а? Где тут сохранение есть? Я хочу сохраниться. О! Сейчас можно будет. Знаю, где тут сохранение. Дайте знак. Просто режет, блин. Может, в том бассейне может сохраниться. Страдает, спасибо.
А в меню было? Заставку не посмотрим. Уж опять зависло. О, есть, да, точно. Я дебил. Я и сохранение хочу найти. Все, ребят, на сегодня Silent Hill все. Да, зависает, это ладно. Завтра продолжим, если что. Всем большое спасибо за стримчик. Не знаю, я не знаю, какой процент того, что я запущусь еще дальше, да, потому что что-то я себе плохо чувствую. Но если я запущусь, то, короче, в Телеграме. В Телеграме чекать. Запущусь ли я еще. Всем спасибо за стрим. Всем доброй ночи на всякий случай.